Встречайте новогодний троллейбус. Муниципальное унитарное предприятие «Ивановский пассажирский транспорт» изменяет свои ежегодные традиции. К Новому году здесь украшают один из троллейбусов. Снаружи его обклеили специальной пленкой с красочным дизайном. Мы очень надеемся, что нашим пассажирам, взрослым и особенно маленьким, понравится поездка на новогоднем троллейбусе. Работы по оформлению новогоднего троллейбуса еще не завершены. Нашей съемочной группе тоже предложили поучаствовать в этом процессе. Внутри троллейбуса мы решили украсить не только традиционными гирляндами новогодними, но и такими специальными наклеечками, которые предназначены для оформления стекла, витрин и прекрасно подходят как раз для оформления троллейбусов. На улице города красочный троллейбус выйдет уже в начале следующей недели. Он будет курсировать по маршруту номер 2, который проходит по центральным проспектам Иваново. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.